Как видите, в Швеции есть коммунисты. Правда, я думаю, эти коммунисты на самом деле не понимают, что такое коммунизм. Вот, у них тут лозунги висят. Вот. Лозунги наивные, конечно, но кое-какие мне нравятся. Что-то они пишут. Как сказать, Швеции отказаться от помощи, от поддержки США в военной политике. Тоже отказаться от шведской помощи НАТО, натовским воинам. Дебилы. Солидарность. Литкампена Европы, солидаритет. Солидарность с трудовым народом Европы за выход из ЕУ. Шестичасовой рабочий день. Ну вот это нормально, шестичасовой рабочий день. Запретить экспорт оружия, повысить женщинам зарплату, капитализм выбросить на свалку и строить социализм. Дебилы. Так. Ага. Ну, нафиг капитализм, да здравствует социализм. Вот дебилы. Thank you.
Мы сейчас находимся на острове Шепсхольмен, да? Да. Лёна Лунт у нас на той стороне. Мы сегодня гуляли вон там. Я с дуру сказал, не послушал тебя, сказал, что будем идти в обход. Мы в обход все это прошли. Оказывается, а на самом деле, вот раз стоит вот корабль, да, Юргорден. И он идет прямо на этот остров. А чтобы он на этот остров пришел, вот здесь есть такой пульт управления, кнопка. То есть ты нажимаешь. О, мало кто про это знает. Кнопку, и загорается свет. Там я не знаю какого определенного. А, причем, света. Смотри, если со слюсами идет, то есть если со слюсами туда, мы называем Юргорден, да? Да. Туда. А если с Юргорден называем слюсом, он нас забирает и идет на слюсом. Да? И капитан корабля или кто там ведет этот корабль, он видит все, сигнал. Видит стоят сигнал. Да. А, видит там, вот сигнал. Слушай, там сигнал, да, будет точно. Вот, вон. Мигающий красный. Сейчас красный. Сейчас, да, смотри, чувак нажмет. Да. И появится разрешение. И этот кораблик придет к нам. А если никого нету и никто не нажал, да, то он идет прямым ходом на смысл. О, а между прочим, они не знали про это. Вот сейчас рассказывал, да, они видели. И они догадались. А, говорит, да, вон в чем дело, да. И нажали. Слушай, я тоже про это не знал. Ну вот смотри, в данный момент этот... Вот сейчас он должен сюда идти. Вот он идет прямо... Не, на, не напрямую и туда, а именно сюда идет до нас. Нажали, офигеть. А мы, так, слушай, нажали, мы можем кнопку сейчас... и не поедем. А мы можем на слушание. А можем и поехать. А можем поехать. Да. Что, поедем? Мы поехали. Поехали. Так, а билет как нужен? Туда засунуть, да? Не, а, не, да, не, да. Так и проездной. Вон. Нет. А вот, 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 да, да. Раньше то не было тоже. Не было, да, вот установили здесь. Да, сейчас мы это сделаем. Вот, вызвали мы такси. Сейчас нас заберут. Что, не собрались выходить? Они поняли, что это не слюс еще? Нет, они просто зрители. Thank you.
это многоразовые товарищи, жестко контролируют, чтобы никто не проводился.